Они ждали этого все лето. В Магнитогорске стартовал чемпионат любительской хоккейной лиги. Накануне вечером на льду ФОКа «Умка» команды «Кредо» и «Белые акулы» разыграли Кубок открытия в своем дивизионе. На чьей стороне оказалась удача в первом матче сезона? В материале нашего корреспондента. С наступлением вечера они спешат покинуть свои рабочие места и сменить костюмы на хоккейную амуницию. Первая игра всегда самая сложная и напряженная. В схватке сошлись победители прошлого сезона команда «Белые акулы» и финалисты сборная «Кредо». Последние готовились взять реванш несколько месяцев. Тренировались все лето. Но в отпуск как таковой особо не уходили. Расслабляться некогда. Уже очень рано начался чемпионат. Вот буквально пару дней назад закончился турнир в Сибае. Ну, все готовились. Победный настрой кредовцы продемонстрировали сразу, забив в ворота соперника быстрый гол. А уже к концу первой 15-минутки счет на табло был 2-0. Чемпионы прошлого сезона старались переломить ход матча, но безуспешно. Это любительский хоккей. Здесь каждая команда, в принципе, может преподнести сюрприз. И команды абсолютно одинаковые и по уровню, и по мастерству, и по опыту. Поэтому я думаю, что борьба будет интересная. Зажигательный чемпионат получится, я думаю, опять-таки интересный. Несмотря на перестановки звеньев и кардинальные изменения в тактике игры, размочить счет «Белым акулам» так и не удалось. А кредовцы, в свою очередь, на попытки соперника отвечали двойным рвением и лишь увеличивали разрыв. К середине третьего периода у чемпионов прошлого сезона не осталось никаких шансов. 5-0. Здесь недооценки соперника не было. Скорее всего, стартовое волнение. Сразу получили быстрый гол, не успели вкатиться в игру. С этой командой всегда трудно исправлять свои ошибки. Это еще начало сезона, это еще ни о чем не говорит. Обе команды сильные очень, достаточно натренированные. Вот, поэтому, не знаю, у нас вот пошло все, у них вот не пошло. Я не думаю, что такой счет будет на протяжении всего чемпионата. Обе команды усилятся, добавят, и таких счетов не будет. В этом году лига пополнилась 4 командами из Магнитогорска и Сибая. Старт дан, а это значит, что на протяжении нескольких месяцев почти каждый вечер на льду «Умки» будут кипеть страсти. Наряду с дивизионом «Любитель» за свой кубок будут бороться и разрядники. Поддержать спортсменов могут все желающие. Расписание матча опубликовано на сайте ФЛХЛ. Анастасия Бандурина, Дмитрий Федотов, информационная служба медиагруппы «Знак».